вечір добрий. Покаж нам всю наважну спецосіна, а тепер аккорд уже хоч. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Спасибо, Господи. Спасибо. Храни Господь вас и будьте здоровы. Живите богато. Ой, это же так тонарда, шел жалинуа, что
упование наше, слава Тебе. Христос, истинный Бог наш, молитвы Пречистой Своей Матери, силою честного и животворящего Христа, Престатство честных небесных сил бесплотных, святаго славного, всехвального, победоносца и чудотворца Георгия, Его же память и светло совершает, святых и праведных Бога Отец, Иоанна, Анны и всех святых Своих, помилует и спасет нас. Я по благи человека любец. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И слова эти небесного. Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, Святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, и Господину нашему, Высокопреосвященнейшему Зосиме, Архиепископу Владикавказскому и Махачкалинскому, всему Священному Собору, Богу храниме и стране нашей, властям, воинству и народу ея, настоятелю братья и причту, прихожена святого храма сего, всем жителям Богоспасаемого Града сего и всем православным христианам многое лето. Многое лето, дорогие отцы и братья и сестры. Я рад тому, что мы сегодня помолились о мире на нашей земле в это благословенное время, когда православная Осетия, православный осетинский народ празднует свой праздник в честь Георгия Победоносца Джорджа Бака. И этот праздник глубоко христианский, имеет глубокие корни. Вот это говорит о том, что в осетинском народе православие, христианство укоренено с первых ранних его веков. Ибо Георгий Победоносец – это один из первых мучеников Церкви Христовой. И что воспоминается? Воспоминается не его бой со змеем, не его белый конь, не его героизм, а что воспоминает православный народ? Удивительно, колесование, мученичество, мученическую смерть великого угодника Божия, святого великомученика и победоносца, чудотворца Георгия, страшную мученическую смерть за Христа, потому что вера во Христа – это крестоношение, как говорит святейший патриарх, вера христианская – это крест, очень тяжелый, очень трудный, неимоверно иногда трудный, но за веру Христову люди отдавали жизнь, проливали кровь и терпели страшные мучения, какие терпел святой великомученик, победоносец и чудотворец Георгий, великий светильник Церкви Божьей. И поэтому мы, христиане православные, мы должны терпеливо нести свой житейский крест, и чтобы не выпадало на нашу жизнь,
на наш жизненный путь наш, какие бы испытания, клеветы, злобы, не ветры ненависти нас не обвивали, мы должны терпеливо нести свой крест и терпеливо следовать за Христом. Вот о чем говорит праздник святого великомученика, победоносца, чудотворца Георгия. Я не мог остаться в Москве, хотя по состоянию здоровья сегодня был у меня лечащий врач, он не разрешил ехать, но я тихонько все-таки уехал. Я приехал, чтобы порадоваться с вами, помолиться с вами и принести на землю Осетии только мир, только покой, только согласие, только единство и ничего больше. Я здесь не ищу, как апостол Павел, вас, вернее, я не ищу вашего, я ищу вас. Мне ничего от вас не нужно, но я ищу вас, я ищу всех, чтобы привести ко Христу, на что я сюда поставлен святейшим патриархом, священным синодом, священачальем нашей церкви. Несмотря на то, что Калмыкия, моя любимая, 27 лет отдана ей жизнь, она благодарна, она молится, даже в буддийских урулах идут молитвы о здравии владыки Зосимы. Поэтому я старался всегда привести ко Христу, и мне не хочется, мне очень не хочется, и не хотелось оттуда уходить. Не хотелось уходить. Но поскольку священначале назначило, я оставил. Оставил все, что созидал. Оставил цельным, крепким, процветающим, спокойным, одной из лучших, наверное, епархии нашей, может быть, церкви, потому что митрополит Ювеналий Крутицкий Коломенский однажды так сказал. Поэтому я говорю не свои слова, я говорю то, что есть. Святейший Патриарх, Священный Синод нашей церкви назначил меня на это место, назначил сюда, и насколько моих сил хватит, насколько моего разумения хватит, я буду до конца служить Христу, Церкви, на любом месте, куда в священноначале нашей Церкви и Господь Иисус Христос, наш пастырь-начальник, меня поставит. Не привязываясь никому и ничему, я говорил вам, я протяну руку дружбы, она открыта, но в эту руку часто кладут вместо хлеба камень, и вместо рыбы змеи, как говорит Святой Евангелие. Но это не моя вина. Моя рука по-прежнему протянута, рука мира всем, кто живет на Кавказе, и в Осетии, и в Ингушетии, и в Чечне, и в Дагестане. Ко всем людям разных религий, разных исповеданий я испытываю только дружбу, я испытываю только любовь. Я испытываю только чувство единства, братства во Христе или хотя бы в общечеловеческом житии. И то, что написано, было и сказано, что епископ Зосима разрушает церковный мир, вы понимаете, что здесь глубочайшее невежество. Глубочайшее невежество. Ни один епископ рушить церковный мир не будет. Тогда надо сказать, что Иисус Христос, апостолы, Его преемники, епископы, все разрушители Церкви Божией. Церковь Божия разрушает те, кто не слушает, не подчиняется епископской власти. Это вся курдоступники, еретики, раскольники и так далее. Но что епископ Церкви Божией рушит мир, заявить на весь Кавказ, это невежество. Это невежество, глубочайшее невежество. Это непонимание духовной жизни, непонимание церковной жизни. Кто такой епископ? Епископ – это апостол. Это преемник апостольской власти. Это власть от Бога дана. И у этих рук огромная власть и вязать, и решить. В этих руках епископа Христос дал всю полноту церковной власти. И я должен, как правящий архиерей, управлять епархией. Я должен назначать священство кого-то в Ингушетию, кого-то в Чечню, кого-то в Дагестан,
Тем более, что это очень престижное место. Это благословение святейшего патриарха Кирилла, укрепление Дагестана, укрепление православия. Я возводил архимандрита Антония на епископское служение. Вот это опять-таки, если бы знали люди, что такое епископ и что такое простой насельник монастыря, даже архимандрит, они бы этого не делали. Документы уже лежали у владыки в Арсенофе, в управлении делами Московской Патриархии, и я уже готов был подписать все документы, от меня зависело очень много. Я говорил отцу Антонию, я подпишу все документы, я даю вам хорошую характеристику, с единственным пожеланием здоровья и долгих лет служения Церкви Божьей. Но получилось то, что получилось, на сегодня это уже не представляется возможным, никаким образом. Это уже невозможно. И это не от меня. Я в этом не виноват. Другая сторона та, что вместе с отцом Антонием мы были вызваны по благословению же патриарха Кирилла к управляющим делами Московской Патриархии владыке митрополита Варсонофе. В нашей двухсторонней встрече был приглашен отец Антоний. Я прямо сказал, что я никаких претензий, никаких чувств плохих никому не питаю. Я не жажду крови, я не жажду мщения. Я хочу дать отцу Антонию все, что он хочет. Он хочет быть епископом, пусть идет. Но это уже не от меня. Владыка Варсонофий сказал, уже в этой ситуации не представляется себе возможным. Я после консультации с управляющими делами Московской Патриархии решил не назначать отца Антония на ответственное служение Дагестан, приостановить это пока решение, оставить его простым насельником в монастыре, пусть молится, пусть паства его любит. Я, как священный архимандрит этого монастыря, являюсь начальником этого монастыря по закону Священного Синода. И поэтому я принял такое решение еще потому, что его святейшество, патриарх Московский Всеруси Кирилл, празднует свое 65-летие, юбилей, как патриарху круглая дата просто. Для него, конечно, для нас, православных, для всех христиан мира, для всех вообще во всем мире его знают, как великого миротворца и служителя Церкви Божьей. Поэтому в дни празднования великого юбилея никакие решения не принимаются. Все будет принято в рабочем порядке. Никаких изменений, никаких разделений, ничего больше не происходит. Мы остаемся верны Церкви, мы остаемся верны Богу. Я опять-таки протягиваю руку дружбы и любви отцу Антонию. Я приглашал его с матушкой Нонной на это богослужение, но телефоны молчат. Я думаю, что в ближайшее время мы соберемся для общей молитвы и будем молиться дальше, до тех пор, когда Господь нас благословит и сколько у нас хватит сил. Но пройдут дни, когда успокоится, утихнет все, в рабочем порядке будет решаться все, что нужно. Но пока святейший патриарх не принимал никакого решения. Пока все, вот пройдут дни, настанут рабочие часы и минуты, и тогда уже что-то будет ясно и видно. И это заявление преждевременное, то, что было уже все решено с самым святейшим патриархом. Вы понимаете, что такое патриарх? Если люди не понимают, что такое епископ, то вряд ли не понимают, что такое патриарх. И какой крест, страшный крест патриарха, тяжелейший крест. И поэтому я прошу молиться о здравии его святейшества, патриарха Московского Всеруси Кирилла,
Я прошу вас молиться о том, что это произошло какое-то совершенно непонятное недоразумение, раздуто это настолько, что просто сейчас уже трудно об этом говорить, но это все пройдет. Это все пройдет как пена, если мы твердой верой станем против дьявола. Апостол Петр говорит, дьявол убежит от нас. Никого я не запрещаю, никого я не выгоняю, никого я никуда не перевожу. Ничего я этого не делаю. Единственное, что я приостанавливаю на ответственное служение, не назначать теперь уже архимандрита Антония и, конечно же, на ответственнейшее епископское служение. Он уже теперь не по моей вине не проходит, а по вине тех, кто сочинил все то, что произошло, к сожалению, великому сожалению, на нашей благословенной земле. Примите мои самые добрые поздравления Джоргубе, национальному нашему празднику, и дай Бог, чтобы никогда в жизни каждого из нас не случалось того, что случилось. А ведь ничего не случилось. Архиерей, епископ, согласно церковному уставу, принятому святейшим патриархом, высшим священноначалием нашей церкви, священным синодом, это наша церковная конституция, по которой епископ имеет полное право любого клирика, независимо ни от чего, перевести или в другую епархию, или на другое место служения. Больше ничего не произошло. Если я не смогу этого делать, если за каждым назначением будут следовать вот такие явления, то это не церковь. Это не церковь. Это что-то другое. Толпа. Толпа людей фанатичных, толпа людей просто, может быть, даже несколько нездоровых. Любить надо не владыку Зосиму, не отца Ивана или Петра. Надо любить Бога. Надо любить церковь и верно ей служить. А любовь свою можно проявлять везде. В степи глухой калмыцкой можно проявлять свою любовь. Можно проявлять свою любовь в горах Кавказа, здесь, во Владикавказе. Можно и нужно. Можно и нужно свидетельствовать, как никогда, о православной вере в Дагестане, Чечне, Ингушетии. Святейший патриарх Кирилл сказал замечательные слова. У нас много епископов, архиепископов, митрополитов и духовенства, которые красиво умеют ходить по паркетам, по мраморным полам столицы. А мне дороже те, сказал святейший, кто хорошо умеет ходить по горам и по тайге. И там свидетельствовать, и там являть свою любовь. Вот это действительно истинное и правильное православное христианство. Дорогие мои, с праздником всех вас! Ничего в нашей жизни не произошло, все осталось на своих местах. Будем радоваться, будем молиться, будем благодарить Бога. И я молю Господа сейчас, и все вы молитесь, чтобы мы были едины, чтобы не сеял сатана нас, как пшеницу. Помните, Петр, Петр, Симоне, Симоне, сатана просит, чтобы я сеял вас, как пшеницу. Да не поддадимся этому, не поддадимся этому, а станем твердой верой во Христа, евангельскую истину, и сатана убежит от нас. Подальше, куда-нибудь там, где людей нет, чтобы никого не искушало. Твердой верой встанем за Христа и за Церковь. Остальное все приложится. И будет праздник, и будет песня, и будет радость, и будут смеяться дети, будет молитва, будет мир, будет процветать наше любимое Отечество Всероссийское. А с ним вместе и благословенная Осетия и народ наш осетинский и весь народ Осетии, который живет здесь.
на этой благословенной земле. С праздником, Джоргуба, радуйтесь, веселитесь и храните веру православную. Будьте здоровы, доброй ночи всем. Спасибо.